впервые на заседании G7 с тех пор, как началась война 24 февраля прошлого года, впервые на заседании шел разговор о том, чтобы помочь Украине победить в этой войне. Причем впервые президенту Зеленскому удалось общаться и с президентом Индии, вот это очень важно. Вот, и до этого он сделал очень важный исторический визит в Саудовскую Аравию, где он встречался с принцем Саудовской Аравии, королем уже можно считать Салманом. Окей, и все это говорит о том, что сегодня Украина на информационном поле лидирует полностью. То есть те страны, которые еще колебались и все еще продолжают держать связь с Россией, в том, например, такие как Индия, к примеру, и другие страны, и арабские страны, они сегодня впервые из уст президента Зеленского, самого президента Украины, услышали всю правду о том, что происходит в Украине. И в тоне президента Зеленского они почувствовали, что Украина никогда не сдастся. Она будет воевать до последней пяди своей земли, освобождение ее от варваров. Вот это очень важный посыл. И это очень скажется на той помощи, которую Украина сейчас получает и нуждается. Это принципиально важно, и это исторический саммит G7. И это просто потрясающе. И я, с вашего позволения, не могу не сказать еще о другом, что в Америке сегодня опять нарастает волна тех, кто говорит о том, что даже если Украина перейдет в контрнаступление, мало шансов, что она может добиться победы. И что победы не будет ни у России, ни у Украины. Таким образом, война может затянуться, и она может захватить и год, и два, и три. Поэтому давайте мы сейчас перейдем к разговорам о переговорах. И тот же генерал Милли, командующий вооруженными силами Америки, начальник штабов вооруженных сил Америки в Европе, он опять начал говорить, что любая война заканчивается переговорами. Надо иметь в виду это. И если вот контрнаступление Украины не увенчается успехом, надо будет сесть за стол переговоров. Это очень плохой симптом. Это очень плохой симптом, тем более, что несмотря на то, что существует такая дистанция между деньгами, выделяемыми Конгрессом на оказание помощи Украине, и выделяемым количеством военного оборудования Байденом, огромная дистанция. Вот эта дистанция должна быть сокращена. Вот о чем постоянно говорят у нас в Конгрессе. И, собственно, и баталии идут. И я рад тому, что идет обоюдопартийное давление на Байдена. Сегодня нет разногласий между демократами и республиканцами в вопросе оказания помощи Украине. Абсолютно. Те меньшинство, которое есть и справа, с крайне правой, крайне правого крыла республиканцев и крайне левого крыла демократов, оно незначительно, оно не слышно даже, честно говоря. Поэтому я рад тому, что Конгресс продолжает давить. Но настораживает рост вот этих голосов о том, что надо настроиться на то, чтобы перейти к так называемому замораживанию конфликта или войны, если говорить точнее, в Украине. Речь идет о Крыме. Вся беда в том, что Китай, который самозванно назвал себя миротворцем, он тоже не заинтересован, с одной стороны, чтобы победила Россия, в том смысле, чтобы Россия была всегда слаба, вассальна и зависела от Китая, а с другой стороны, Китай также не заинтересован, чтобы была полная победа Украины, следовательно, за этим следует полная победа Америки.
Почему? Да потому что тот же самый Крым, если он окажется в руках Украины, кстати, он может оказаться в руках Запада, а рано или поздно Украина станет членом НАТО, следовательно, Черноморская акватория будет уже полностью под влиянием НАТО, то есть Америки. Вот такие существуют мысли в головах китайцев. Поэтому рассчитывать на то, что Китай внесет какую-то лепту в этом, абсолютно не нужно. Единственная надежда – это на ВСУ, Вооруженные силы Украины, которые должны уничтожить этих варваров, бить по всем точкам, откуда идет атака на Украину. Особенно по тем 150 точкам, военным точкам России, которые сосредоточены на украинском Крыме. Бить по этим местам. Вот это очень важно. И, конечно же, логистика. Логистика – это тот самый Крымский мост, который должен быть подорван обязательно. Окей? И даже бить по тем местам, откуда идет стрельба с территории России. Будь то Белгород, Брянск, Воронеж, где бы это ни было. Бить по этим местам, око за око, о чем мы говорим постоянно. Только это заставит тех, знаете, чиновников или политиков на Западе, зараженных синдромом Макрона, оставить эти бредовые идеи о том, что надо уговаривать или заставить Зеленского сесть за стол переговоров и как-то, значит, договориться с Россией. Нет, нет и нет, никаким переговорам до полной победы Украины, вышвыривания этих варваров за границы 91 года.